Від класики до хітів Голлівуду працівники Запорізької обласної філармонії незабаром завершать черговий музичний сезон. Цього разу для глядачів підготували ціле динамічне шоу. Гості почують світові оперні шедеври та саундтреки до відомих фільмів. На одній із фінальних репетицій побувала і наша Дар'я Сімутіна. Саундтрек із фільму «Титанік» лунає зі сцени Запорізької філармонії. Поки для пустого залу. Тут у самому розпалі – репетиція. Зараз на сцені розпівується заслужена артистка України Олена Ширяєва. А це звучить пісня під назвою «Меморі» із мюзиклу Ендрю Ллойда Вебера. Її у творі виконує Грізабелла «Колись гламурна кішка». Співає про свої спогади. Тоска по тому юності. І вдруг вона потім в кінці окриляється, говорит, ну день настане, і я опять брошу себе окови времени, я буду жити, я буду сверкати. От це вот возрождение, это, я считаю, принцип взагалі кожного чоловіка вміти возрождатися, вставати і возрождатися. А за диригентським пультом Дмитро Морозов зараз із музикантами намагається виконати пісню «Жара» Кола Портера із мюзиклу «Цілуй мене, Кет». Як говорить сам диригент, це номер на увагу, бо складний у виконанні. В ньому йде каскад джазових стилей і направлений. Тут тебе слово, тут тебе буги-вуги, тут тебе фрагмент рехтайма. Понимаєте, то все время вот эта череда, он сложен і для дирижера, і для музиканта. Наступний номер більш легкий у виконанні – це «Тетітро» Дмитра Шостаковича. А закінчить програму творами з мюзиклу Річарда Роджерса «Звуки музики». Це так своєобразний гімн і вінець нашої програми. Це лише невелика частина програми, яку підготували для запоріжців цього року. Побачити і послухати концерт під назвою «Шедеври класики» та «Голлівуду» можна буде 15 червня о 18 годині. Дар'я Сімутіна, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Тему продовжимо у студії з Дмитром Морозовим, головним диригентом Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, та Оленою Ширяєвою, заслуженою артисткою України. Можете долучатись до нашої розмови і телефонувати за номером, який зараз на ваших екранах, або писати нам на сторінку телеканалу у Фейсбуці. Вітаю вас! Доброго вечора. Вітаю вас у Запоріжжі і в цій студії. Взагалі, ви вже не вперше у нашому місті. Не вперше. Я вже співпрацюю з оркестром і з філармонією запорізькою майже 13 років. Ми товаришуємо з головним диригентом, народним артистом В'ячеславом Васильовичем Редію. До речі, декілька місяців тому він у Харківській національній опері був запрошений нами і тріумфально виконав кантату сценічну з балетом Орфа Карміну Бурану та Болеро Равеля. То у нас є така хорова балетна вистава. І отак от ми співпрацюємо вже багато років. В гості один до одного. Так. Так, а ви, пані Олено, ви давно у Запоріжжі були востаннє? Третій раз. Третій, так. Да. Що можете сказати про наше місто, про аудиторію, яка приходить до філармонії, відвідує ваші концерти? Наскільки вдячний глядач запорізький? Я обожаю вашого зрителя. Вони настільки емоціональна публіка, настільки підтримують певця, як-то от... Иногда выходишь в зал и смотришь поверх голов, потому что очень смотрят так сухо, холодно, по-европейски как-то так сдержанно. Вот. А наши люди все-таки открытые, в ним глаза посмотришь и прямо сразу наполняешься любовью к ним, и они тебе отдают эту любовь. Очень люблю вашу публику. Чим унікальний концерт, який відбудеться цього разу? Шедеври класики і Голлівуду. Що такого цікавого? Знаєте, от кілька років назад, ну так, уже почти з десяток, я вибрав такий формат інтересний. А це ваша ідея, так? А ми як-то совмісно з В'ячеславом Васильовичем завжди общаємося. Він говорить, ну що ти хочеш привести? Я говорю, ну, наверное, от таку програму, от, щоб вона була, допустимо, інтересна всім возрастним категоріям. Щоб вона, розумієте, щоб в програмі були такі сочинення, щоб вони знайшли відклик. У каждого слушателя, независимо от возраста, от пола, понимаете, чтобы каждый нашел какой-то эмоциональный, сердечный отклик в этой программе. И я вот как-то, вот несколько лет у меня такое выкристаллизовалась программа. От оперы, оперета, мюзикл, симфоджаз, саундтрек.
Я варьирую, могу там пропустить какой-то из жанра. Могу взять, допустим, барокко зацепить. Допустим, барокко, фрагменты какие-то там, арии интересные с украшениями, с мелизматикой. Например, взять оперу, какой-то симфонический отрывок, потом перейти резко на симфоджаз или на саундтрек. Понимаете? То есть я выбираю такие яркие примеры в мировой литературе, которые, как сейчас модно говорить, топовые. То есть у каждого композитора, даже в каждой эпохе, независимо от композитора, есть яркие сочинения, которые уже опробованы временем, опробованы разными зрителями, слушателями, исполнителями. И они действительно являются, как это скажут, световым, культурным, культурно-эстетским надбанням. На это не накладывает отпечаток там, ні національна принадлежність, ні географія. Я, до речі, хотіла запитати, можливо, там для Запоріжжя, у Запоріжжя одні вподобання, у Харкові інші, в Києві ще щось інше люблять слухати глядачі. Ви знаєте, сложно сказати о публіці, наприклад. Я от можу сказати точно, харківська публіка дуже сложна. Чому дуже сложна? Не знаю, ну так как-то исторически, даже Федор Иванович Шаляпин говорил, что пройдя харьковскую публику, уже как-то потом легче выступать во всех остальных там городах и странах. В силу каких-то, может, геополитических там, или географических обстоятельств. Ну вот так сложилось, что там очень непростая публика. Там очень, ну как бы, интеллектуальный город, поэтому там всегда очень требовательно к себе. Мне даже в Киеве работалось гораздо легче в целом, потому что в Киеве больше выбора. Там больше театра, там, допустим, больше коллектива, там больше финансирования. А Харьков, вот он такой какой-то вот определенный город, такой, знаете, он отчасти суровый чем-то там. А публика очень требовательна. Я не знаю, с чем это. Вот пока на сегодняшний день я не могу это объяснить так однозначно, но это так. Ну, запорізька публіка вам до вподоби. Да, поэтому пройдя как бы тот, вот, знаете, такой сложный период для себя, я вот определился вот в таком формате, для того, чтобы... Это не значит, что надо быть всем хорошим. Нет, отнюдь. Но мне хочется, чтобы каждый слушатель, зритель, придя в концертный зал, нашел какое-то созвучное своей душе сочинение, ему захотелось выйти. Во-первых, он потянулся к добру, к любви, там, к свету. Но ему захотелось прийти в следующий раз и послушать какое-то новое сочинение, какого-то нового жанра, какого-то нового стиля, открыть, может быть, для себя какого-то автора, а может быть, какую-то жизненную истину или закон мироздания. Потому что музыка несет в себе очень большое содержание. Задача наша, вот как исполнителей, донести его. А ведь это невербальный язык общения, как мы общаемся сейчас словами, а там мы общаемся звуками, штрихами, мелодикой, ритмом, понимаете, нюансом. І вот потрібно відчувати, донести, понимать, даже сказать, розуміти. Вот это задача исполнителя наиболее простыми средствами показать вот какие-то глубины мироздания или какие-то человеческие чувства, от низменных до самых высоких, потому что искусство как бы отображает все, так скажем, черты жизни людей. Вот с этой точки зрения я и выбираю такую программу опера. Вот у нас будут оперные шедевры. Это будет и Набукко, и Аида, и Сен-Санс, Самсон и Далила. И большой блок завершать первое отделение будет из оперы Гуно «Фауст». Это сцена, баллада, речитатива, ария Маргариты и Вальпургиева ночь. Весь вот этот балет, вся балетная картина, вся будет включена в программу. Конечно, симфонический антракт огромный. А второе отделение будет уже включать джаз-оперу, как «Порги и Бес» Гершвина. Тут же будет и хореографическая композиция памяти Боба Фосса, которая стала джазовым стандартом. Тут же будут и звуки музыки Роджерса, и знаменитая ария Гризабеллы «Мемори» из мюзикла «Кошки» у гениального Эндрю Ллойда Уэббера. То есть вот такая интересная программа. И саундтрек Хорнера к фильму «Титаник». Понимаете, то есть вот чтобы каждый зритель, слушатель нашел что-то созвучное своей душе. Программа дуже різноманітна. Про роботу з публікою ви розповіли, а от чи складно працювати з новим оркестром? Тобто ви звикли до свого харківського, наприклад, ви, пані Олено, до київського звикли виступати з ними разом. От складно взагалі спрацюватися? Да ні, скільки, наверное, готуєтесь до таких, знаєте, концертів? Ну, 2-3 дня, як цього правило. Достатньо?
В принципе, да. Ну, а все зависит от сложности программы. Конечно, может где-то, знаете, музыкантам всегда репетиции не хватает. Вот еще бы одна, и все было в порядке. Но в целом, опять же таки, наша задача так рассчитать репетиционный процесс, чтобы все успеть в заданные сроки, установить хороший контакт, чтобы это всегда было дружелюбно, понимаете? Это всегда должно быть какая-то радость, с каким-то юмором. Да, я достаточно строгий такой дирижер, вообще в целом меня все знают как строгого руководителя. Но я люблю интересно работать, я люблю какие-то новые интересные сочинения разучивать с артистами оркестра, потому что артисты оркестра – это большие музыканты. Понимаете, мы когда так говорим, вот оркестр играет, иногда забывается о том, что за каждым пультом, на каждом стуле сидит такой же человек со своим внутренним миром. И к нему нужно найти определенный подход, потом нужно найти определенный подход ко всем людям, нужно их заинтересовать, увлечь, знаете, как затянуть в этот водоворот вот этого интересного творчества, создать творческую атмосферу. Это непросто. Но это вся ваша відповідальність, так? Як дирижента, то це відповідальність. Ні, ну якщо на концерті щось не виходить, всі скажуть, дирижер, все, нічого не може. Понимаете, даже если, может, я и не буду виноват, значит, я неправильно репетировал. Я не смог с людьми чего-то выучить. Понимаете, там такое, это очень плохой как бы, показатель. Поэтому я всегда стараюсь так вот, чтобы мы унесли все водоворот этого творчества, чтобы у нас была прекрасная творческая атмосфера. Ну, а 15-го числа посмотрим, что из этого получается. Пані Олена, вам не складно спрацьовуватись? Кожного разу з новим. Мені не сложно, тому що я чувствую, ну, ми з Дмитрием уже дуже багато працюємо, гастролюємо і в театрах, і в Києві, і в Харкові, дуже багато вже концертів. І ви знаєте, вот огромная поддержка, ну вот как за каменной стеной, вот за этим дирижером. И поэтому мне любой оркестр удобен, потому что ну, у меня вот связь между оркестром и мной стоит, Дмитрий Петрович. Это, так сказать, посредник общения между солистом и артистами певческого жанра и артистами инструментального жанра. Понимаете, тут главная задача создать, чтобы все это было вместе. Вместе сперва, потом уже в нюансе, потом уже в образе. То есть мы идем от технических задач к более сложным, художественным. Но главная задача – не оставить равнодушным зрителя. Слушай. До речі, про глядачів, про слухачів. Ми поцікавились у містян, чому варто слухати класичну музику, на їхню думку. Давайте подивимося, що відповіли запоріжці. Классическая музыка, я считаю, она способствует ну, развитию умственному какому-то, то есть детей приучают с детства слушать. Ну, сам я, как бы, у меня мама преподаватель фортепиано, поэтому я с детства сам увлекаюсь. Сейчас посещаю филармонию, когда, ну, открытие, закрытие, там, в основном так. Вот. Ну, на данный момент слушаю радио, но, в принципе, люблю Моцарта, Баха, Бетховена. Хто любить, той повинен її слухати, той слухає. А хто її не розуміє, той так не буде слухати. Але я думаю, що вона просто має давати якийсь спокій для душі. Як хто любить її, тому він її слухає і тому він отримує від того задоволення. Люблю і класичну музику, і сучасну музику. Який настрій, така і музика. Класична музика, ну, взагалі, від слова класика – образовість. Тобто, ця музика успокаює, навіть где-то я читала, были исследования, что там цветы растут лучше. Поэтому мне кажется, что да, стоит. Это зависит от вкуса человека. Кто-то им нравится классика музыка, кто-то им не нравится вообще. Кто-то им нравятся народные песни. Так, ну, в моем субъективном мнении, я, конечно, считаю, что классическая музыка – это хорошая. Я ее слушаю, когда там мне все плохо. Панове, ну ми почули думку запоріжців. А взагалі, от скажіть, як з вашої точки зору, чи правда, що класична музика корисна для здоров'я, вона має цілющі властивості, не тільки заспокійливі, як зазначили наші опитування, а й взагалі такий чудодійний вплив цілющий? В принципе, да. Даже мы иногда не придаем этому значения. Это происходит мимо нас, наверное, все-таки по нашей необразованности. Мы должны понимать, прежде всего, что музыка – это сочетание вибраций. Вибрации бывают как целебные, так и разрушительные. Я ничего не имею против рока,
Но, допустим, если мы возьмем современную музыку или так называемую популярную музыку, которую мы сейчас называем попса, которая у нас в подавляющем большинстве заполонила наш эфир, причем 99% абсолютно бездарной, которую я считаю, что вообще нельзя допускать слушать людей, она несет в себе разрушающий эффект. Почему? Там идет превалирование ударных инструментов. Как правило, эти ударные инструменты заряжаются в темпе 120-132 удара в минуту, 136. Я не считаю, что это сделано случайно. Это не случайно, потому что как только человек слушает ритм, у него в таком, ровно через полминуты-минуту, в таком темпе у него начинает биться сердце. Как только у человека начинает биться сердце 132 удара в минуту, у него автоматически выделяется адреналин, выбрасываются другие гормоны, и этим объясняются все эффекты толпы на стадионе, которые происходят во время этих концертов. Это очень простое управление. Тобто музыкою можна керувати світом, можна так навіть сказати. Людьми, это сильно громко, но, по крайней мере, влиять на какое-то состояние человека, да. Вот сказала женщина, что музыка успокаивает, она как-то приводит струны сердца, можно так сказать, в порядок. Вот если мы посмотрим на историю церковной музыки, да, то она вся достаточно мелодичная, спокойная. Для чего? Для того, чтобы человек и люди вообще погрузились в это состояние умиротворения. У нас на концертах происходит по-другому. Люди должны испытать спектр разных этих чувств, полярность от умиротворения до возбуждения, до какого-то экстаза, до экзальтации, понимаете? Они должны испытать некие даже негативные эмоции. Почему? Потому что когда мы видим, например, как Отелло душит Дездемону, но не может нормальный человек смотреть на это спокойно. Понимаете, он понимает, что это ненормально, что это трагедия, она имеет такие признаки, трагедия, нелепость жизни, смерти главных героев, понимаете? То есть у человека должно быть в этот момент либо сожаление, либо сострадание, хотя я не люблю сожаление, жалость, низменное чувство, сострадание, сочувствие. Мы должны этим вызвать, мы должны сказать, что так делать не надо, чтобы человек сделал этот вывод, что это пагубно. Понимаете? А потом в какой-то момент это все умиротворяется, и мы переходим в какое-то состояние возвышенной молитвенности. Звучит ровная музыка, в хорал, одновременное звучание всех голосов. Понимаете? А потом вдруг скачка начинается. Это все передается ритмом, музыкальными звуками. То есть мы показываем весь спектр, ну скажем, не весь, но большинство граней человеческих состояний. От ефекту до умиротворення, або наоборот, як угодно. Насправді багато досліджень проводилось з приводу класичної музики, з приводу її впливу. І так, наприклад, твори Моцарта, вони розвиваючи діють на людський мозок, це довели вчені. І Чайковського. Так, і також Антоніо Вівальді. «Весна», швидкі його частини, це мозкові реакції прийшли вже. Тобто не дарма називали геніями композиторів. Ну, конечно, так, музику сочинение... скласти, яка вплив конкретний має на людину, це, мабуть, треба дійсно бути генієм. Ви розумієте, на сьогоднішній день ми спитуємо некий кризис таких композиторів такого масштабу. Чому? Тому що вони раніше писали музику по определенним канонам. Музика була довгое время точною наукою. Это уже в эпоху романтизма, там, в 19 век. Именно в романтическую эпоху она стала искусством. До этого она была точной наукой, которая двигалась совершенно точно по своим законам. Наш гениальный украинский композитор Николай Делецкий, который написал знаменитый учебник «Мусикийская грамматика», по которой являлся долгое время пособием для воспитания композитора-музыканта, у него четко было написано, ежели написано в тексте «Вошел на небеса, мелодию должно возводить вверх». Если написано «Спустился в ад», мелодию должно возводить вниз. Понимаете, то есть были точные абсолютно каноны, где в какой-то... Вот в Баха мы открываем клавиры его, наброски, да, он пишет, здесь сыграть в ля миноре, уйти в ми мажор, 8 тактов пропускает пустых, делает модуляцию, уходим в субдоминанту и потом кода. А потом пишет конденсирование общей формы движения. То есть были определенные каноны. Пані Олено, хотілося, щоб ви трішки як проанонсували вашу концертну програму. Можливо, є у вас улюблений уривок, і ви могли б його зараз нам тут виконати. Щоб глядачі зрозуміли, що треба йти обов'язково і дивитися, слухати концерт. Якщо можна. Сіла птаха, біло крило на тобо. Болю,
скрипаля. Мусимо завершувати наш ефір. Дякую вам за позитивне спілкування. Бажаю вам успіхів, всього найкращого. Щойно ми спілкувалися з Дмитром Морозовим, головним диригентом Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, та Оленою Ширяєвою, заслуженою артисткою України. На цьому все. Бажаю вам натхнення, позитивних думок і гарного вечора. Хай щастить!